Эдуард Зиновий Герд. Спасибо Эдуарду Успенскому за то, что он поднял из небытия огромный пласт народных песен, доселе не звучавших ни по радио, ни по телевидению, но бывших душой народа, истории страны. Спасибо, Эдуард Николаевич, за эту программу. Слушайте и наслаждайтесь. Первый гитарист этого проекта «В нашу гавань заходили корабли» Григорий Гладков.